Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Призрака Цусимы после грустных... Монголы. Грустных и печальных моментов. Они все здесь сожгли. Энзи сказал, Юна ушла к священному дереву. Угу. Я безоружен. Нельзя, чтобы меня заметили. Хорошо, погнали. Нельзя, чтобы нас заметили. Так, монгола вижу. Здесь тоже кто-то стоит. Так, там идет. А куда мне конкретно-то? 120 метров. Так, обойдем здесь. Тот, кстати, чуть не поворачивается. Ну и нам же лучше. Блин, сжечь! Такое дерево сжечь! Совсем урод. Блин, это было близко. Начинается метель. Нужно скорее найти Юну. Угу. Так, 90 метров туда. Нет, тихо. Ага, он ушел. Тихо. А ты что сюда прибежал? Он прям прибежал сюда. Ты что, дурак? Ага, он убежал. Отлично, пошли. Так, ну... Аккуратно. Аккуратно. Не в, в сторону. Так, прям к дереву, да? Нифига вы. Так, там далеко, там смотрит. Сейчас этот уйдет. И мы пойдем. Не надо меня так пугать звуками, вы чё, а? Офигели? Просто под пройдем и все. Никто нас не увидит, никто нас не спалит. Ты ж надо такое дерево сжечь, а? Здесь нет. Но эти люди, должно быть, монголы их окружили. Какие жестокие все же, но нельзя так. Кровь, но ран ведь нет. Почему они погибли? Ну, от яда, видимо. У него изо рта шла кровь. Пахнет аконитом. Монголы научились делать мой яд. Теперь они используют его против нас. Му призрак! Бартарник! Да ёб! Скроется в метели. Но если они стрелы научились мазать ядом, то по идее один выстрел — это труп. Юна, это ты? Думала, ты не очнешься. Я сам удивлен. Монголы отравили меня моим ядом.
Откуда он у них? Не знаю. Теперь могут делать его сами. Значит, испытали его в деревне Кин. Перед тем, как ее сожгли, я видела людей, лежащих в лужах крови. А зачем сжигать-то тогда деревню? Решение тут одно. Убить Хотунхана. Он увел свое войско в крепость на берегу. Порт Идзуми. Мы должны засесть где-то рядом. Я поищу место. Твои вещи в сундуке. Как сможешь, приходи к дозорной башне. Вещи прям вещи? Надо найти Юну. Так, это мы все собираем, это мы все собираем. А мы типа можем вообще закрыты эти территории теперь для меня. Был я вот здесь, короче, да? Угу. А, ясно. Ясно, понятно. Что там? Пойдет. И где она? Куда? Знаю, где лучше спрятаться. Поднимись и посмотри на гору. Ну давай. А раз знаешь. Убежище. Где-то на горе. Пагода Дзюгаку. Уединенное место легко оборонять. И на расстоянии удара от крепости хана. Только одна беда. Ее захватили монголы. Кто вообще? Идем к лошадям. Делов-то. Делов-то сейчас. Когда я бежал, стража замка стреляла в нас. Они убили Нобу. Сочувствую. Пока придется обойтись этими. Ну, блин, реально грустно. Все эти люди из Кина? Тихо, подожди. Так, монгольские артефакты. Как это мы читали? Наверное, с одной орудия. Для нападения на хорошо защищенные города монголы использовали передовые осадные орудия примерно того, сколько внимания они уделяли инженерному делу. Для расширения своего арсенала монголы перенимают знания пленников и подданных по всей Азии, в том числе ученых арабов, персов и китайцев. Да. Так, ну это мы все остальное вроде видали, да. Знаю. Монголы не один город зажгли. Не сражались бы мы друг с другом, а взялись бы за них. Скажи, почему ты сдался? Если бы я не сдался, все, кто за мной шел, напали бы на самураев и на господина Симуру. Устроили бы резню. Хану только этого и надо. Твой дядя сыграл ему на руку. Его загнали в угол. Монголы, я... Долг перед Сёгуном. Выиграть эту войну можно лишь вместе. Симура глупец, что отказался от тебя. Он хотел, чтобы я стал его сыном. А я его подвел. Но ты поступил правильно. Пусть так, но мне от этого ничуть не легче. Скажи это тем, кого ты спас. Если мы убьем хана и прогоним монголов, может, тогда твой дядя тебя простит? Я не нуждаюсь в его прощении. Да-да, вот именно. Ты о чем не жалеешь? Что бы ни случилось, его прощение не сделает меня иным. Он думает, я тебя испортила. Я сам сделал выбор и уверен, что выбрал правильно, несмотря на последствия. И пусть Сёгун считает, что я предатель. Да, мы не нуждаемся ни в чем прощении, реально, потому что смысл. Мы спасли столько жизней. Станем там и пойдем на разведку. Лошадей оставим. Дальше пешком.
Ну пойдем куда? Так а ты сама тормозишь что? Здесь густой лес, легко укрыться. Как нам, так и монголам. Безопаснее подойти к храму по открытой местности. Или по льду. Че за странные звуки? У них пленные. Замерзнут насмерть. Мы их освободим. Сначала лагерь, потом храм. Сигнальная пушка. Чтобы оповестить о нападении. Так, отлично, полностью заряжены, хорошо. Ну что, пацаны, поехали. Начинаем. Начинаем, ребята, начинаем. Вот и всего. Вот, не надо там честь, не честь, это уже тут не решает. Вас уничтожают, вас в рабство берут. А вы, блин, это кого-то честь какая-то. Это война уже, все. Угомонитесь, блин, приколисты. Чё, кто-то даже никто не всполошился, серьезно? Тихо. Аккуратно. Аккуратненько. Фух, хорошо. Заставляли нас работать до смерти. Вы свободны. Больше никого нет. Храм обороняет лучше. Так просто не войдешь. Посмотрим, что там. Да. Так, припасики забрал. Что тут могу? Что могу, беру. Так, что куда? Не туда? А, в другую сторону совсем. А, вон храм. А, не такой незаметный, маленький. Озеро их лучники. Нас сразу увидят и застрелят. Пусть сами к нам придут. Что? Выстрелю из сигнальной пушки, выманю их на лед, а там перебью по одному. Они оставили порох на льду. Нам это поможет. Будь так. Начеку, я их выманю. Ага, поехали. Уж это они заметят. Пора назад к Юме. Блин. Ну, да. Ладно, деремся. Не получился. План капкан не получился.
Да тихо ты. Вау. Ага. Давай, поехали. Ну, как ты меня попал? Ну. Да козлина ты. Ты издеваешься сейчас? Так, один побежал. Вот реально они сделали, чтобы... Чтобы я стрельнул по бочкам, но первые бочки, они близкие, автонаводка дебильная. Она все портит просто. Ну, от мучения, от страданий ты его избавь, или ты не хочешь? Что? Ну ладно. Бредятина, реально. Ну, типа, я забыл, что... не забыл что-то это. Ну, что он натягивает, и он все равно выстрелит. Нужно продумать нападение. Водопад залез. Заберемся по нему и перелезем через стену. Так, водопад. Ага, давай. За мной. А что-то пригнулось-то. Где? Куда? Допустим, так, ага. Воевода и его охрана. Убью его, и они разбегутся. А ну подошел сюда. Ага. Хорош. Новые щитовики какие-то. Ага. Не попадешь. Фух. Вот и все. Ты в безопасности. Мы думали, что так и умрем рабами. Тебя не тронут. Прекрасненько. Быстренько порезали всех. Все нормально. Что тут? А, пойдет, ладно. Бедные дети. Монголов нет. Стены прочны. Это хорошее место. Эй. Твой дядя выбрал свой путь. А я выбрал свой. Ход, он понял тактику моего дяди. Знает, как сломить армию самураев. Но не знает, как защищаться от нас. Мы отомстим за Таку. За всех. Да. Да что ты такое? Еще, короче, далеко не конец, походу. А, я думал-то. Вау. Вау! Вот это прям
Да. Так, это понятно. Так, давай-ка что-нибудь да прокачаем. Так, нет, это не надо. Давай вот отражение стрел. Угу, забираем. Угу, хорошо. А, то есть вот, наверное, автоматом оно теперь и будет работать. А здесь два надо. А то типа автоматом блокирует мне копия. Дин, сюда. Сейчас, подожди. Оскал хранителя. Да, посмотрим. Прикольно. Так, мне бы вообще сначала это еще... Ага, тут есть бронник и оружейник. Хорошо, пошли к броннику сначала. Так, это оружейник. Хорошо. Я не буду что-то по допквестам, наверное, бегать. Ну его нафиг. Ну слишком долго. Типа носишься, а толку-то от этого. Могу подлатать вам доспехи, господин. Так, давай вот этот вот. Это вас защитит. Хорошо. Так, не хватает шелка и припасов. Понятно. Ага. Благодарю тебя. Так, я готов. Зачем? Что ты от меня хочешь? Прекрасно. А ниндзя прям вообще ниндзя. Мы могли бы воспользоваться старой дорогой из Оми через форт Каминадаке, но там монголы. Чтобы избавиться от них, тебе понадобится помощь. На горе Сага есть лагерь охотников. Их предводителя зовут Такэси. Он твой друг? Нет, но он сделает все, что я скажу. А его люди хорошо стреляют. Встреться с ним, а я проникну в замок твоего дяди. Друзья найдут тебя в Оми. Веди их в атаку с юга. Мы с твоими друзьями-охотниками зайдем с севера. Думаешь, получится? Да. Береги себя, Юна. Ты тоже. Куда? Куда? Вы чё? Мельница Саго, нифига. То есть отсюда вот могу, да, пойти? Ну, давай. Ой, давай, вообще кайфе. А, ну тут, наверное, никого нету. Так, а ты кто? Как тебя звать-то хотя бы? Ну, километр сократили, уже неплохо. Так, стойка призрака, если что, есть, наверное. Бесконечный лес, а почему бесконечный? Что за звуки? То есть это все сгорело, а вот это не сгорело, да? Интересно. Ребят, ну чё? Где монголы? Ну пошли мочить их. А, вон вижу. Уничтожить орудие.
Ну, пошли, пацаны. Идешь сюда. И тебя туда же. А кто натягивает-то? Так, я типа помог, да? Я помог? Тихо, тихо, ты же это сейчас сиганешь вниз и разобьешься. А, кстати, залутать надо же. Мне надо очень много припасов теперь опять. А, кстати, да, мне надо очень много припасов. Снаряжение. Нет, не снаряжение, там же этот... Талисман, все нормально. А что меняется-то? А уже ничего не меняется. Да, он же просто талисман же. Это же все у нас работа, да, он двойное все прет. Это хорошо. Соберем, прокачаем. Ну, шелка где-то надо. А шелка это квесты. Это все мне, да? Я уничтожил орудие. Оно вам больше не грозит. Мы уж думали, нам конец. Прошу, берите в благодарность все, что приглянется. А-а-а. А, тут припасов много. Давай-ка забирать, реально. Так, полотно. Ну, типа, это оно им сейчас не надо. Им надо идти куда-то, переходить. А... Смысл с собой тащить миллион вещей, да? Так, подсобирали. Все отлично, да? Мир вам, люди. А я поехал мочить твари этих. Ну, вас же здесь не было. Ну, идите сюда. Угу. Угу. О, братан, давай. Куда пополз, а ну стоять? Это мне пригодится. Лошадыч, давай. Как тебя хоть зовут? Ну, новый братан. Надо знать. Так неинтересно, не обращается к нему никак, ничего. Так нельзя тоже, так нельзя. Так, ну просто прямо, хорошо. Скачем просто прямо. Кто что? Нет, спасибо. 53 припаса, что? Вообще, да, тут много чего освобождать надо. Нет, ну, затянется на миллион серий, не хочу, мне интересно. Типа, ну, мы все можем практически, что? Что нам еще надо? Так, маленько свернул с пути.
поскачем, попрыгаем, пофиг на все остальное. Мы прокачались. Все. Прости, прости, брат. Да-да, виноват, знаем. Так, ну здесь понятно. А, нам туда и надо, видимо, да? А кто такой Атакаси? Птиц, да я и так знаю, что сюда надо. Куда? Сюда? Да-да-да-да, конечно. Че, блин, можно было сразу сюда реально скакать. Так, это сюда. А, ну да, на самый верх. Так, лагерь нашли. Какие-то вообще... Располагайтесь у костра, господин. Спасибо. Это Кесси. Вы меня знаете. Я Дзин Сакай. Я от Юны. Она жива? Где она? Монголы окружили Оми. Надо расчистить путь. Нужна помощь. Юна отправила меня к тебе. Это опасно. Я думал, ты опытный охотник. И что твоим лучникам нет здесь равных? Это Юна сказала? Она сказала, тебе не все равно. Ошиблась? Насчет меня? Нет. Но моим людям надо бы дать причину для риска. Зима будет холодной. Где вам лучше? В горах, охотясь на белок? Или же в теплом форте? Ну... Если пустят до весны, идет. Договорились. Это вам не на кабанов ходить. Посмотрите сами. Всегда был таким сильным. Я знаю, он жив. Ворота охраняют лучники. Весь день снуют патрули. Если мы проникнем внутрь с этой стороны, Юна и остальные ударят с юга. Там будет Юна? Хорошо. Форт выстроен на скалах. По ним можно забраться внутрь. Лагерь лесорубов. Они снабжают форт древесиной. Но как появились монголы, я никого там не видел. Вы хорошо лазаете? Неплохо. Говорят, он использует аконит. Ну да, такой форт неплохо захватить будет вообще. Далеко? Да, я это... Чё? Вы решили меня погонять, да? Я бы к храму сгонял, но не хочу. Не, да за время. Мне интересно... Мне просто уже интересно сражаться, потому что у нас есть все. Так, ну храм я это... О, этот храм. Форт я и так вижу, так что пофигу. Так, чё, птица, куда ты меня... А, ну ладно, это сойдет, окей. Ну что? Ладно, это по пути было. Давай, подгоняй сюда. Буря Сёгуна. Ну, вот такой себе. Тихо, подожди. Не понял. Какой берег? А, не? Подожди, стоп, три же было, нет? Или я что-то путаю? Да? Так, вы что там на меня решили это? Я вам... Такие, ну решили напасть.
потихоньку карта открывается. Так, медведя слышу. Ну и пускай. Блин, все белое вообще прям. Здорово. А, с одного выстрела, серьезно? Так, кожу нашли, хорошо. Припасы. Так, это отлично. Поехали. Красота. Нормально. Да слышь, медведь, а я-то тут при каких-то... Я вообще тут не при делах, отстань. Он на меня-то согрелся, я далеко же. Забавно, забавно. Да, я думал, все, игра, конец, ну и так достаточно много-то. Ага, хорошо. Господин Сакар, я здесь. Мы несколько часов сюда лезли. Просидим здесь еще, монголы нас точно увидят. Отойди от края, я быстро. Как же. А, серьезно, вот так что ли? Интересные друзья. Спланируем атаку. Отсюда можно оглядеться. Заберемся на крышу. Это даст преимущество. Говорите, как Юна. Она хороший учитель. С холма лучникам будет открыт весь внутренний двор. И много мишеней. Направим туда основные силы. Вы идете со мной, остальные на холм. Если меня увидят, стреляйте. Хорошо. Молодцы, молодцы. Хорошо, хорошо сработали, пацаны. Так, медведя бы освободить по-хорошему. Так, допустим, идем сюда. Кто меня палит сейчас? Так, немножко уходим. Аккуратно. Потихонечку, все хорошо, все хорошо. Нас не спалили, это главное. Да не надо. Так, проще так, по-моему, стрельнуть, да? Ой,
Да вы чё? В смысле? Ну, поехали. Чё, страшно, да? Очень страшно. Я иду. Куда побежала? Ну стой. Кто, кто, что? Ты чё? Ай-яй-яй, ладно, ща. Спасибо. Лошара. Побежал он на меня, смотри-ка. Так, залутываем, залутываем все. Мне все надо. Мне надо все, что у вас есть. Все ваши пожитки. Да, залезьте сюда. Так, здесь залутал. Так, это все взял. Че? Ну, говори, че не разговариваешь с ним? Кто способен на такое зверство? Монголы. Видимо, лесорубы пытались сопротивляться. Перебьем всех в этом форте. Еще один патруль. Нападем на них из засады. Прячемся. Вы слышали? Вперед! Стрелять по моему сигналу. Пусть подойдут ближе. Стреляем! Убейте! Куда ты? Даже не думай. Меня только не попади, дружище. Отдыхай. Есть армия и самураи сёгуна. Почему вы не командуете? Господин Симура сражается с монголами по-своему, а я иначе. Вы сами по себе и не вправе отдавать. Зито у себя в замке. Форт не понадобится ему до весны. Раньше, чем он явится. Это возле южных ворот. Выясним, что там. Юна! Это она? Нам нужно туда. Посмотрим на мост. Давай. А где посмотрим-то? Лезем. А там оттуда нельзя смотреть, да, типа. Монголы отправили туда большую часть войска. Это наш шанс. Если идти по мосту, надо быстро убрать хвачку. Вы сможете пробраться под мостом? Застать стрелка врасплох. Да? Могу уцепиться крюком за дерево и перепрыгнуть. Влезть на утес с другой стороны. Если вас увидят, мы начнем стрелять. По мосту, под мостом. В любом случае, это опасно. Сделаем, как скажете, господин Сакай. Пусть твои будут готовы. Красота. Иху! Вот это да, вот это я понимаю. Вот это нормально. Вот это геймплей. Вот это геймплей, вот это прям по кайфу.
Он как-то в сторону летит маленько. Он не летит туда, куда мне надо. Он летит в сторону почему-то все равно. Отлично. Так, я иду. Ну, ты... Хорош. Сейчас, пацаны, сейчас, подождите. Куда побежал? Ну, стоять. Стой. Так, все, у меня есть заряд. Все, сейчас будем стрелять. Не получилось немножечко. Так, где кто? Чужие. Ага, вижу. Не дойдет. Так, вы что там, пацаны? Ага, живы, целы, хорошо. Кто там, где там? Так, поставил, хорошо, пошли. Так, стрелы взял. С ними люди из Ярикавы. Да, блин, не та кнопка. Хорош. Пошли. Погнали, погнали. Что ты здесь? Не приближайтесь, а то они увидят. Будь осторожен, Кензи. Да пытаюсь, отойдите. Надо было ждать, пока мы откроем ворота. Это Масака придумала. Господин Сакай, как вы вовремя. Не останавливайся. Поехали. Страшно, да? Пусти меня. Бойтесь. Меня бойся. Я ж тебя пробью все равно, дружище. Вот и все. Так, там разберетесь. Так, минус, хорош. Меня-то за что? Это было рискованно. Порт в наших руках, господин. Угу. Отлично, молодцы. Хвалю. Ну, все целы. Я жив-здоров. Более или менее. Все сюда пришли, серьезно. Здесь наверху всегда так холодно. Ты привыкнешь. Возьми необходимые припасы и готовься ехать в Дзёгаку. Так, ты Такеси? Это прошлая жизнь. Его люди не просто охотники, верно? Это как посмотреть. Я позволил им остаться охранять дорогу. Но я не хочу, чтобы разбойники донимали людей, бегущих от монголов. Не будут, он знает, что я с ним сделаю. Мне кажется, он хотел тебя увидеть. Ну, увидел. А теперь пойдем. Соберем всех в Дзёгаку. Продумаем последний удар. Хану пора умереть. Союз изгнанников. Ну, все пришли. Молодцы, красавчики. Они понимают, что нужно. Как нужно, точнее, бороться с ханом и с монголами.
Так, техники. Нет, не стойки техники. Хочу вот это вот. Или да? Ну да, давайте вот эти. Стойки понятно, призрак тоже понятно. Че, куда, где? А, он туда прям. А, доступно это, хорошо. Давайте переместимся. Перемещусь, наверное, да. Заберем наградку. И будем заканчивать. Сакай. Не Сакай. Я не Сакай, ты обознался. Ты обознал. Ты обознался. Прикольно. Вся фигня. Так, а что ты можешь мне предложить? Хорошо сидят, господин. Призрака. А, шелк, два шелка не хватает. А может, кстати, здесь есть этот зверолов? Да, есть. А шелк, два шелка мне надо. Так, ты понятно. А где Так, ты понятно. А зверолов-то где? Правда? Так, знаем, где бабулька. Ага, хорошо. Так, там лучник. Там лучник. А зверолов-то где? Вот реально, вот плохо, что они не отображаются. Нельзя к ним как-то это. Починить вам лук, господин. Да, у меня топовый. Да нифига вы его сныкали. А чё так? А чё вы его выселили? Взгляните на товары, господин. Так. Сталь, золото. О, шелк. Два шелка. Так. У тебя один. Рад помочь. Бля. Спасибо. Удачи вам на охоте. Так, что мне за это? За это мне не дают шелк. Мне надо шелк. Дайте шелк. Доспехи командира монголов. А квеста нету, да? А теперь я могу, да? Теперь я могу. Так, тут полотно. Блин, но идти на квест за шелком конкретно. Ну такое себе удовольствие. Ну вот, есть квест. Ну это типа мы вообще назад вернемся. Ну ладно, так и быть. На сегодня закончим. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлисты на паблик в описании под видео. Всем пока. Thank you.